Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от сегодняшнего матча. Ну, игра еще была так где-то нервная, в том плане, что все-таки с одной стороны молодежь играла, с другой стороны молодежь. Поэтому где-то, понятно, эмоции перехлестывали были это. Ну, к сожалению, в первом тайме были хорошие моменты, не реализовали. Хотя, я скажу, там 3-4 момента было довольно-таки хороших. Вот, но, к сожалению, не получилось забить. Хорошо, все-таки там забили один, но повели 1-0. На второй тайм немножко, как говорится, по-другому настраивали ребят выйти, как говорится, что 1-0 еще, как говорится, не решена игра. Вот. Ну, опять же, было преимущество, вроде игровое было, но во втором тайме все-таки чуть поменьше было моментов таких голевых. Вот. Ну, хорошо, как говорится, забили второй, уже стало полегче. Я считаю, что, в принципе, заслуженно выиграли.